Добрый день, господа. Позиция светодиодная лампа номер один и светодиодная лампа номер два. Выпускаются они вот в таких картонных коробочках. И вот так они выглядят. Они обладают длительным сроком службы, более 20 тысяч часов. Они очень экономичны. По потребляемой мощности 20 наших светодиодных ламп равны обычной стандартной 60-ваттке. То есть 20 ламп заметен одну 60-ваттную лампу по потребляемой мощности. Это огромная-огромная экономия для тех, кто считает деньги. Патрон, маркировка Е27, стандартная лампа. Сразу говорю, что одной лампочки на комнату будет мало. То есть, ну, в зависимости от назначения комнаты, нужно будет размещать нужное количество ламп. На выходе лампа дает 30 ватт, потребляет она всего лишь 3 ватта. То есть одна лампочка потребляет 3 ватта. Стандартная лампа 60-ваттка потребляет 60 ватт. Еще раз подчеркну экономию. Всем удачных продаж!